Y'all knew this was Murphy Hills. You should be careful where you're camping. I can look after myself. Besides, it's a free country. Free country? No. Everything bought and paid for. And we gonna protect what's ours. Y'all be careful where you wander. Добро пожаловать на Snoring Cat Play, и мы погружаемся. После чертовски продуманной, серьезной, поражающей детальной проработкой истории в сингле, собирая травы для расслабляющего чая, я ощутил острое желание заглянуть в онлайн. Пускай я и не досмотрел сюжет, уготованный Артуру и его банде. К нему можно вернуться в любой момент. Сольных блужданий пока что было достаточно, хотя окончательно отойти от одиночества не получится. Это скорее выбор, чем закономерность. Проведя более сотни часов в онлайне, он, что неудивительно, даже не пытается наскучить. Первая причина очевидна. Мне очень хотелось сыграть в Red Dead, и плевать, что первую часть не проходил лично. Сам сеттинг манил, мне всегда нравились вестерны, а тут я могу быть непосредственно участником. Но все же, почему так сильно тянуло именно в онлайн? Все просто. Бродить по живому миру, охотиться, рыбачить и похищать людей нужно обязательно в тандеме с кем-то. Особенно рыбачить, ведь эта возможность у нас есть, и это замечательно. Look, Jack, it's a rock bass. Yeah, it's almost as small as you. К счастью, в РДО меня уже ожидал Тифок, и я не был одинок на протяжении всего пути. Но давайте по порядку. Сейчас на нашей любимой платформе большая конкуренция. Попасть в сердца зрителей все сложнее и сложнее с каждым днем. Вместо постоянного монтажа прохождений я решил поступить следующим образом. Сажусь за игру, провожу в ней некоторое количество времени, после чего пишу эссе. На выходе получаем небольшое, но интересное видео. Мне кажется, Red Dead Online подходит для этого самым лучшим образом. И чтобы не быть голословным, переходим к пилотному выпуску. Но прежде чем мы начнем, хочу получить ответ на вопрос, чего вы ожидали от этого канала, когда нажимали кнопку подписки после просмотра этих видео. Мне очень важно это знать. Запускаем онлайн. В душе трепетное предвкушение. Tell the marshal this ain't how we do things here. But I'll oblige him this once. All right. Let's see what we got. Well, let's get you in there then. Как и в любое ММО, нам нужно создать персонажа. Конечно же, выбираем даму, ибо мне, как, пожалуй, и вам будет намного приятнее смотреть на девушку в роскошных одеяниях. Более того, она получилась весьма миловидной, хотя Тифок предупреждал, что придется выбирать из плохого и очень плохого. Сложнее всего было, конечно, с выбором свиста, но я вроде как справился. Блин, она моргнула! Знакомьтесь, это Храповская, и именно ее приключения мы будем наблюдать в грядущих сериях. Возможно, вы знаете завязку, а если нет, то для вас, как и для меня, станет неожиданностью, что в онлайне присутствует сюжет. Будьте готовы, без спойлеров никуда, я предупредил. История берет свое начало в исправительной колонии Шишика. В чудесный солнечный денек Храповскую и еще несколько заключенных сажают в повозку, дабы отправить выполнять некую работу в окрестностях Блэквотера. Покинув стены тюрьмы, нашу повозку останавливают джентльмены в масках и просят охранников поступить по уму. Опустить оружие, освободить заключенных и текать отсюда, ибо лишние жертвы ни к чему хорошему не приведут. Выясняется, что все это представление было подготовлено для освобождения нашей героини. С ней хочет встретиться некая госпожа, которая профинансировала данное мероприятие. Берем оружие, седлаем коня и в путь! Mr. Wendt, I believe it was $50 we agreed on. It was. Here's $50 each. Each? Yes. Now get out of here, both of you. My employer and I appreciate your professionalism. All we did was stand there and look tough. And you did it fantastically well. Good day, gentlemen. Now, ma'am, how about you pick up these guns and we move out? My mistress is waiting for us.
По дороге наш освободитель представляется, имя ему мистер Хорли. Он нам, как зрителям, ведает предысторию Храповской. Ее осудили за убийство, которого она не совершала, отмотав от звонка до звонка 6 месяцев. Знакомьтесь, Джессика Леклерк, наша нанимательница, знает, что героиня не виновата. Она оказалась не в том месте в неподходящий час и предлагает нам сотрудничество. Это лучше, чем болтаться мертвым грузом в петле, так что мы в деле, тем более, что обязаны Джессике жизнью. Некоторое время назад Леклерк стала вдовой, и один или несколько деловых партнеров убили ее супруга, и в этом она убеждена. Banker, real estate speculator, and crook, Mr. Amos Lansing. Ranch owner, speculator, and crook. Mrs. Grace Lansing, his wife. Society patroness, lover of the arts. Crook, and my former best friend. Teddy Brown, her disgraced brother. Outlaw, wanted man, and still in contact with them. All I ask of you is your help in finding out quite what happened. Mrs. Leclerc would like to help you get back on your feet. Тут же нас знакомят с еще одним персонажем нашей истории, Джей Би Крипсом, который будет следить за нашим лагерем. Безумно болтливый, но весьма ответственный джентльмен преклонных лет. This is your new boss. Oh, pleased to meet you, partner. JB Cripps at your service. Нам дают первое поручение. Отправиться на почту, переговорить с местным клерком, после чего встретиться с неким Клеем Дэвисом. Принято. Плотно кушаем. Заменяем робу на более приятный из всего этого набора бомжатский шмоть и в путь. Порывы ветра играют в гриве коня. Замечательная погода. В душе у меня разливается приятное ощущение. Нечто подобное я испытывал, когда запускал GTA Online. Станция встречает нас тишиной и размеренной монотонностью. Клерка зовут Олден. Он просит нас разобраться с грабителями повозок. Дело плевое, так что направляемся в Толл Трис. Там разбираем бандитов на части, освобождаем их главаря, за что получаем карту сокровищ. Надеюсь, там достойная плата за жизнь этого ублюдка. Обнаружив ящик с сокровищами, в наши руки попадает карта способностей. Их можно использовать 4 штуки, и по ходу прохождения мы более подробно с ними разберемся. Я же, как незнающий человек, выбрал концентрацию огня. Это командная карта, позволяющая всей команде в режиме меткого глаза наносить больше урона. По факту, на данном этапе игры совершенно не нужна. Но что сделано, то сделано. Помимо карты способностей, в сундуке были украшения, патроны, 3 бакса и 5 сотых золотого слитка. Ох уж это золото, о нем мы еще тоже обязательно поговорим. А время не ждет, едем на встречу с конокрадом. Клайв крайне возмущен тем, что какие-то бомжи украли лошадей у человека, которого он сам планировал обнести. Нам ничего не остается, кроме как замутить небольшую потасовку, в ходе чего технично увести коней. Пока болванчики устраивали между собой разборку, я по совету Тифока прыгаю на черного коня и, как говорится, стременав в пол. На обратном пути некоторое количество человеческого мяса пытается подстрелить Храповскую. А она пытается подстрелить их. А я, будучи научен синглом, понимаю, что меткий глаз тут работает совершенно по-другому. Ох уж это замедление времени, оно меня ужасно избаловало, но, несмотря на сложности, конь доставлен. Клейв решает на правах будущего сотрудничества вручить нам его в дар, закинув еще целых 15 баксов на карманные расходы. А я в своей манере обзываю коня конем, покупаю набор по уходу за онным, забираю бесплатное седло, осматриваю свой лагерь и... Паровозик обрывается на экран. Выживайте и процветайте на американском фронтире. Используйте защитный стиль игры, чтобы спокойно исследовать территории, или агрессивный стиль игры, чтобы вступить в смертельно опасные перестрелки с другими игроками. Используйте золото или РТО доллары для приобретения провианта или одежды индивидуального пошива, изменения внешнего вида и оружия. Оружие, которое стреляет. Создайте отряд и исследуйте фронтир вместе с друзьями. Получайте задания у местных жителей на территории 5 штатов или соревнуйтесь с другими игроками. Перестрелка определенная.
выберите свой путь и научитесь новым вещам при помощи ролей персонажа. Доставляем живых или мертвых. Получайте доступ к новым возможностям игры, снаряжению и наградам, развивая своего персонажа в одной из ролей. Подрываем, эпично уходим. Вкушайте плоды своих трудов вместе с друзьями на своей частной территории или разбейте лагерь, чтобы отдохнуть и перегруппироваться. Вы готовы исследовать мир Red Dead Online в одиночку или с друзьями? Тогда в путь! И Red Dead Online игра на экране. Конечно же, первые минуты в открытом мире встречают дождем. Это весьма мило, учитывая, что я люблю дождь. Промокнув до нитки, Храповская добирается до ближайшего города. В Blackwater встречаемся с Тифоком и его роскошными усами. Создаем отряд и, конечно же, идем на почту, чтобы получить задание от Гектора Барлоу. Accompany them and stop them getting bushwhacked. Да, ставка проходит успешно, несмотря на всю мою криворукость. Мне будто вновь пришлось привыкать к игре. Занятно, что после 60 часов в сюжете онлайн сразу кидает вызов. О нем я могу сказать очень коротко. Red Dead Online как дикий мустанг, он может растоптать вас в грязи, пнуть под зад своими мощными копытами, но если вы действительно готовы обуздать его, впереди вас ожидают невероятные приключения, после которых вы за доставку груза получите чуть больше $1. Да, Rockstar, отличная шутка, аплодирую стоя. Но зато, когда приехал Тифок, я получил аж 8 сотых золота и почти $6. Пожалуй, вновь поднимусь и похлопаю. Большинство таких игр учат нас лутаться, и признаюсь честно, порой мне очень нравится этим заниматься. Одна из, как вы наверное знаете, самых лучших дрочилок, по моему мнению, это Dying Light, и вот теперь за лидерство она будет тягаться с Red Dead Redemption. Ведь здесь можно собирать коллекции. Тут я первый раз нахожу карту Таро, и о них мы тоже обязательно поговорим, когда придет время. А пока что мы с Тифоком решили немного пострадать херней. Это святое, тем более не помешает разобраться с механиками взаимодействия. Самое время убивать друг друга. Ведь мои характеристики дно, умение дно, а прокачиваться как-то нужно, не с игроками же устраивать разборки. Тут внезапно во время редактирования текста в голове всплывает ответ, который был близок, но одновременно достаточно недосягаем. Еще одна причина, почему хотелось в онлайн. Бродя по лесам в поисках чего-нибудь интересного, я вдруг осознал, что не хочу делать то же самое вновь, когда пойду в онлайн. Ведь все эти шапки, эликсиры, шкуры легендарных животных останутся у Артура, и мне вновь придется собирать все это для Храповской, с которой я проведу значительно больше времени. Насыщенный мир в Red Dead создан для изучения, для получения наживы, для порой бесцельного путешествия на край карты, где я смогу найти штуку, которая пригодится в онлайне, но навсегда останется потраченным временем в сумке у Артура. Ну а дальше все по канонам Дикого Запада. Настало время немного поохотиться, ибо Храповская пустая. А для выживания в этом мире, как мы уже поняли, нужно много всего. Запустив онлайн впервые, я даже не предполагал насколько. И вот уже первый олень лишается шкуры, а в это время Тифок заметил, что за нами следят волки. Но мы более опасные животные, аккуратно, почти как профи, завершаем карьеру этой стаи. Естественно, унизив, содрав с них шкуры. Следующим действием не помешает собрать полезных трав, но пока все, что попадалось, это морковь да смородина. Но наш отряд не унывал. Немного мяса уже есть, а значит время жарить и осознавать, что пока что я не могу развести костер в любом удобном мне месте. Хочешь экономить время, а не бегать в поисках ближайшего костра? Выясни, какая из ролей в ходе прокачки даст тебе возможность в любом удобном месте приготовить пару сочных стейков с мятой. Погода просто восхитительная. Значит что? Вновь направляемся в Blackwater, дабы что? Продать шкуры и подзаработать немного чеканных монет. А потом решить, мол, нам нечего терять, возможно, даже мы умеем летать, но... нет. Проверим. Давай. Проверим. Там терять нечего. Я только тоник выпью. Ладно. Тут я первый раз лишился лошади, так как под рукой не было ни единого воскрешающего тоника. Сингл меня к такому не готовил.
После потери коня я решил попробовать заарканить нового, но, конечно же, даже не попытался использовать лассо. Его наличие, по неизвестным причинам, мой мозг игнорировал. А вот у Тифока дела обстояли немного лучше, пока он не распластался по земле. А потом еще и Храповская получила всычло от наглого Моргана. Если честно, к этому моменту игры я еще больше устал смотреть на то, как моя героиня выдыхается. Да, я понимаю, что в любой игре с прокачкой на первых порах мы обязательно должны мучиться. Смеркалось. И Тифок предложил поохотиться на коров. Почему бы и да, ведь не каждый день выпадает возможность поохотиться на коров. Знаете, когда я только окунулся в мир РДР, мне было ужасно некомфортно убивать животных. Это одна из основных механик выживания, но постепенно игра дает тебе понять, что иначе никак. Все эти крики умирающих животных заставляют сердце кровью обливаться. Нет, конечно, можно накупить тоников, но денег так мало, что мы становимся настоящими злодеями. А особенно, когда ободрав пару коров, мы вынуждены убивать свидетелей. К людям в играх у нас особое отношение, а вот животные, они же такие милые. В дальнейших приключениях я еще не раз и не два буду чувствовать себя чудовищем, убивая зверей ради своих корыстных целей. Эта игра, и она выполнена на высочайшем уровне, но первый посмертный крик ни в чем не повинной лисы будет преследовать меня до скончания дней. Скача галопом по западным прериям, Тифок в своей манере решает убить рандомного игрока, который, судя по внешнему виду, совсем недавно в этом мире. Да, полагаю, именно так и рождаются обиженные гриферы. Мстительные, озлобленные ублюдки, ставящие отравление жизни других игроков во главе угла. Некоторое время собираем ваниль, видимо, она для чего-то нужна, пока за нами не прискакивает тот тип, которого подстрелил Тифок. Я в своем репертуаре сразу же начинаю дико мазать. Забывать, что без команды конь не останавливается, да и вообще проще спешиться в попытках подстрелить рандома. Все же, недостаток опыта очень сильно ограничивает мои возможности, причем не только в этой игре. Я все чаще играю один во что-то сюжетное, очень давно посещал игры с соревновательными режимами. Это не один раз играет со мной злую шутку. Наше сражение приводит в Галагу Хелл, где начинается настоящая заруба, не только с игроком, но и с охранниками фермы. А потом мою дурость начинает оплакивать игра, я подстрелил лошадь, выплатив за это штраф. Обидно, ибо денег почти нет, но на тот момент я почему-то решил, что это отличная идея. Рандомный игрок даже не собирается отступать, мы, собственно, тоже, и посреди болот Тифок приговаривает его к смерти, опять забив тело бедолаги ножом, а наши приключения постепенно подходят к логическому завершению. Удивителен тот факт, что мой первый день в онлайне был дополнен акциями почти на все, чему я был и рад, и нет. Скупить все подряд я не мог, да и не умел на тот момент, пока не разобрался с каталогом, который позволяет приобрести все в огромных количествах. Все, что требуется после, лишь иногда пополнять запасы на почте или в сейфе, что находится в лагере. Что могу сказать по итогу? Мир все так же безгранично прекрасен. Мне предстоит узнать о нем еще очень много. Обязательно прокачаться, изучить механики, обуздать управление. Прикупить нормального оружия, сменив эти убогие шмотки на достойные. Обязательно выполнять делики, чтобы за золото покупать профессии, после чего безбожно фармить бабки. Хочу заметить, что в РДО все сделано значительно лучше, чем в GTA Online. Rockstar хорошо поработали. Пускай я и оказался в этом уже достаточно прокачанным за 2 года мире. В GTA было интересно, но выглядело пресно. А тут будто бы чувствуешь некую связь с миром. Возможно, все в куче достижений. Возможно, в свободе. Ничего так не освобождает от рутины серых городов в эту продрогло-вязкую послезимнюю пору, как просторы РДО. Тихие ночные прогулки верхом по залитым лунным светом лесам, расплавляющий мозги солнечный свет среди бескрайних степей, жарко оленьего мяса в тени могучих ветвей на берегу небольшой речушки. Для людей, работающих дома, это как антидепрессант. Лично меня игра вдохновила не только на создание этого материала, но и на путешествие, которое я планирую на весну, ведь живу в одной из самых красивых стран мира. Надеюсь, что не поленюсь и отсниму свои приключения, дабы поделиться с вами.
Если вы досмотрели до этого места, то подписывайтесь на канал, бейте в колокол, пишите в комментариях свое мнение по поводу игры и данного видео. Увидимся, когда увидимся на Snorren Cat Play.